шаге от самой крутой лавки на этом острове – библиотеки! А теперь палец на спуск! Я здесь ради знаний, а не ради тусовок. Отличный. Обещали-то сплошные тусовки. Ну, мне трудно воспринимать Егора всерьез. Знаешь, мы познакомились с фестивалем по стопке. Потрогаю твое лицо!
пропало! Отжигаем! Кутим, пока не склеим ласты! Такая вещь! Долбаная пушка! Ложись! Все, я ухожу! Ухожу в себя! Предательница!
Сколько же раз мне тебя убивать? Драка? Люблю драки. Вижу, владеешь. Убийца! Да! Получай! Я и на коленке собрал себе личного ассистента, который все запоминает и умеет говорить. Это прорыв. Да уж, мне б такого ассистента. Пыль вытирать. Визуальный контент. Как такой возможно? Черт, серьезно? Да! Что тут у нас?
сейчас не надо. Жадничай. Хватит мне патронов. Купи.
Так, все, здесь должна быть ПЗП. Ну-ка. Чё? А где пушка? Вот так я и разорву петлю. Короче, 8 человек, один день, по 3 часа на рыло. Не чем кажется. Ты? Ага. А, ну ладно, а что делать-то? 8 целей, один день. Нам бы еще парочку кольтов, и можно устроить кольт-апокалипсис. Не, слушай, я ж тут ненадолго. А как ты сюда попал? Тебя же застрелили 2 петли назад, или 3. Покажи мне, я другой. Как? Слушай, нас тысячи, или даже больше, но ни один из нас не дошел до конца. Ладно. Ты должен быть лучше всех нас. Для этого мало палить во все стороны. Но мне нравится ты палить. Ты должен быть умнее. Только так ты исправишь это. Это и это. Лучше бы кольт-апокалипсис. Лаборатория Винзе. Найди резидуум. Он упростит тебе жизнь. Но не хочешь — не упрощай. Дело твое. Большой уже мальчик. На что ты смотришь? Почему ты... Вот сволочь. Ладно. Погнали. Лаборатория Вензе. В ПЗП написано, что это в комплексе. Ха, можно оттуда и начать. Жители Черного Рифа, говорит Олег Сизур. Я хочу лично поприветствовать вас в первый ваш. До начала торжеств осталось всего несколько часов. Выйдите наружу, погуляйте, отдохните. Велика цена при для времени. Протокол защиты петли. За сложными словами простая истина. Если я убью всех идеологов, то разорву петлю. Точка. Я знаю, где их искать, но перебить их всех будет посложнее, чем просто выследить. Но ничего, я мужик упертый.